step up to this beat and go. И сегодняшний аппарат, это собственно мой аппарат Suzuki LED2. Довольно таки валящий аппарат, тем более на низах. Этот скутер сделан для города, на трассе на нем делать нечего, так как в нем стоит ограничитель, который ограничивает скорость на 60. Что я еще хочу сказать про этот мопед? Этот мопед довольно-таки отличный. Валит он... В общем, на нем можно легко сделать машину на светофоре, правда, ненадолго. Но все-таки достойный аппарат. Он неубиваемый, вечный. Советую, берите. Он наравне с Дио, Джогом. Я на нем немного учусь танкить. Сейчас говорю для хомячков. 10-кубовый скутер. Тормоза комби-брейк, аппаратом я доволен, пользуюсь им год. Меня в нем бесит то, что в нем стоит ограничитель и не дает больше валить. И то, что на пластике вот этом остаются вот такие вот эти разводы. Но заряженный аппарат для города. С машиной на маленькой скорости можно потягаться, на светофоре тем более, то, чем я и занимаюсь. Итак, приступим к тест-драйву.
that